еду от внуков. Поднимаюсь к себе сейчас домой. И, конечно же, прекрасный вкусный капучино. Ночевала у внуков. И вот сейчас наливаю вкусный кофе и готовлю рулет. Рулет с кусочками апельсина. Любимый десерт моих внуков. Готовится рулет очень просто. 2 яйца, стакан сахара. Размешали вилочкой. Добавили муки, рыхлитель, ванилин и, конечно же, кусочки апельсина. Сто 150 грамм сливочного масла разогрели, растопили и добавили в наше тесто. Для приятного апельсинового вкуса мы добавили цедру апельсина в тесто. Выкладываем наше тесто и разравниваем по всему противню. Выпекаем при температуре 190-200 градусов минут 10-15. И наш бисквит ароматный, пышный, готов. Очищаем апельсин, разламываем на кусочки, разрезаем помельче. Готовим сметанный крем, очень легкий, но воздушный и очень вкусный. Сметана, сахарная пудра. Взбили вилочкой и нанесли на наш готовый корж. Готовый рулет отправляем в холодильник. Такой пирог обязательно понравится вам и вашим родным, друзья. Прекрасный апельсиновый рулет. Замечательный десерт. К чашечке ароматного кофе. Советую вам, друзья, приготовить.
а к вечернему чаю приготовим ароматные кексы. Воскресный день всегда хочется угостить своих родных и близких вкусной выпечкой, замечательным ароматным десертом. Кексы мы украсим сливочной помадкой. Готовится она очень просто. Нежные кексы с апельсиновой начинкой и прекрасной ароматной помадкой. Понравится моим внукам, моим родным и близким. Присыпем кексы красивой сладкой миксовой посыпкой.